Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим реабилитационный комплекс упражнений при переднем вывихе плеча. Наша задача – гипертрофия мышц, мобилизация плечевого сустава и лопатки. И первым упражнением мы выполним отведение и приведение лопатки с резиной в руке, сидя на стуле. Исходное положение – спина ровная, лопатки сведены, плечи опущены. За счет локтя уводим руку назад и приводим обратно. Повторяем и концентрируемся на лопатке. В данном упражнении важно выполнять все движения осмысленно и подконтрольно. Корпус не скручивается. Переходим к следующему упражнению. Мы будем выполнять сгибание и разгибание руки в локтевом суставе. Ладонь направлена в пол, акцент на плечи, лучевую мышцу. Мы будем опускать руку вниз полностью и поднимать до параллели с полом. Опускаем и поднимаем. Здесь нам важно следить за дыханием. Выдох обязательно выполняется на усилие через рот. Далее мы выполняем подъем руки перед собой. Исходное положение. Стопы на ширине плеч, плечи опущены, лопатки сведены. Рука поднимается вверх до параллели с полом. В локтевом суставе рука слегка присогнута. Угол зафиксирован. Рука не двигается. Поднимаем вверх и опускаем вниз. В этом упражнении вместо гантелей допустимо использовать мидбол или даже бутылку с водой. Далее мы будем выполнять отведение предплечья с поворотом в плечевом суставе с утяжелением. Исходное положение аналогично, как в прошлом упражнении. Поднимаем руку до параллели с полом, локоть зафиксирован, и движение наружу и внутрь. Отводим предплечье в сторону и возвращаем в исходное положение. Как вариант, в данном упражнении можно использовать вместо гантелей резину, закрепленную за ручку двери, либо держать резину в двух руках, выполняя упражнение двумя руками одновременно. В завершении комплекса мы выполним миофасциальный релиз. Для этого нам понадобится два теннисных мячика. Мы опустимся вниз на пол на спину и поместим их на проекцию трапециевидной мышцы. Захватываем себя за колено и с круглой спиной опускаемся вниз. Можно придерживать мячики, чтобы они не укатывались. И производим небольшие мелкоамплитудные движения. На болевых точках задерживаемся подольше. В данном упражнении миофасциального релиза время выполнения мы регулируем, исходя из своих ощущений. Следует помнить, что после первичного вывиха плечевого сустава вероятность повторного вывиха значительно увеличивается. Важно продолжать выполнять укрепляющие упражнения даже после полной реабилитации.